Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Хочу вам представить очень хороший вариант 2 плюс 1 с видом на горы, с хорошей зеленой территорией, с огромным бассейном в районе Махмутлар. Вид этот у вас никогда не закроется глазами, все видно. Видно вот так, как вы сейчас видите. Вот горы прямо около нашего зрения. И также Каркаджак сторона видна. Здесь, может быть, когда-то что-то построят, но вид по-любому на горы всегда и на эту зеленую всю территорию останется. Здесь есть у нас зона беседки внизу, которую я вам покажу. Зона барбекю. Есть фитнес, сауна, хамам. Кладовки у квартир внизу. Там общая кладовка есть, куда можете поставить свои вещи. Это первый балкон. Большая 2 плюс 1. 107 квадратных метров полезная площадь. Проект был сдан в 2014 году. Первая спальня. Восточная сторона, а также южная сторона. Квартира сквозная, распашонка. Две квартиры на этаже. Кондиционеры Mitsubishi. Это спальня где-то 13,5-14 квадратных метров полезная площадь. От стены до стены. Одна из больших прихожих, которые я знаю. Это редко, чтобы прихожая была где-то 10 квадратных метров, как одна спальня. Здесь два санузла. Еще есть отдельная кладовочка, вот такая большая. Там тоже как бы был санузел, но можно ее закрыть и сделать кладовку, что-то придумать сюда. Первый санузел, он большой, с душевой кабинкой. Другой санузел тоже с душевой кабинкой. Есть форточка. Здесь с гор дует прохладный ветер по вечерам. И не жарко. Вечером, когда спите, можете открыть здесь дверь, там дверь, так как квартира сквозная, кондиционером можно не пользоваться. Вот здесь солнце, оттуда солнце выходит и вот так в ту сторону к морю идет. Расстояние отсюда до моря 700 метров, ну где-то 5-6 минут ходьбы. Рядом есть сеть магазинов прямо Мигрос, вторничный рынок 250 метров до вторничного рынка, рестораны. Тихо, спокойно здесь, машин не едут, так как дорога в одну сторону, впереди, покажу вам. Другой дороги нету. Шума здесь тоже нет, как вы видите. Тихо, спокойно, птички поют. Второй санузел душевой кабинкой. Есть водочка. Ремонт не требуется, заезжай и живи. И также здесь выход на балкон. То есть спальня, когда спите, видно закат, то есть не закат, а восход солнца. Да. Вот отсюда лежите и отсюда вид на горы. Восход солнца рано утром. Красота, ляпота. Теперь большая гостиная, совмещенная с кухней. Все двери с доводчиками. Большой диван, также кондиционер Mitsubishi. Это, кажется, назад открывается. Да, вот так открывается. Нет, снизу нету этого. Выход на балкон отсюда, а также отсюда. Бека у нас вся бытовая техника. Холодильник Бека, стиральная машинка. И также здесь посудомойка Бека. Второй балкон, он побольше,
Можно застеклить, будет дополнительно третья комната. Будет 3 плюс 1, но на данный момент она как 2 плюс 1. Некоторые соседи застеклили и сделали отсюда дополнительную комнату. Так как минимум здесь 107-110 полезная площадь, так как еще есть кладовка отдельная и прихожая большая, я говорю честные полезные площади в Алании. У меня не брутто, а все в нетто. И здесь открыта парковка снаружи собственная. Вот машины вот здесь паркуются. Также с левой стороны. Своя территория у комплекса. Смотри, какая большая квартира. Спускаюсь вниз. Итак, дорогие зрители, две квартиры на этаже. Не крайний этаж, как пятый. Вместимость в лифте 4 человека. Итак, здесь вход. Все из мрамора, как вы видите. Айдат 400 лир. Тут сауна. Зимой пользуется. Видеонаблюдение есть, камеры. Фитнес. Тут как кладовки, ставить ненужные вещи. И вот хамам. Так. Вот камера наблюдения. Работает все. Один из хороших проектов с большими 2 плюс 1. Вот огромный бассейн. Фасад здания. Интернациональный проект. Управление у самих здания. Из-за этого айдат такой низкий. Летом айдат 400 лир, зимой поменьше, так как бассейн заполняет. Из-за этого зимой, кажется, 250 или 300 лир. В следующем году еще, наверное, станет или 600, или 700 лир. Вот зона барбекю. Квартиру продает мой друг близкий. И порой я сюда прихожу, играю нарды, самовар, чай пьем здесь, шашлыки делаем. Вот так, тихо, спокойно. Фруктовые деревья также есть. Вот лимон с дерева, оливки. Можно собирать каждому. Здесь раковина, авокадо посадили. Что сказать, минусов у проекта нету. Такое здание ухоженное. Территория ухоженная. Теперь главное о цене. Да, пока покажу открытую парковку с территории. Там люди купаются. Бассейн огромный. Для одного здания очень большой бассейн. Шезлонги, зонтики тоже есть. Здесь душевая кабинка. Тут можно мотоцикл, велосипед свой ставить. Можно отсюда выйти. Я не понял, кнопочка. Ну, есть шифр, набирайте, заходите. Вот открытая парковка. И отсюда направо и выходите к улице Ататюрка. Цена этой квартиры, дорогие зрители, 109 тысяч 500 евро. Крайняя цена. Так, звоните, пишите по номеру плюс 90-555-064-9110. WhatsApp, Telegram, Viber. Кто желает купить квартиру под ВНЖ, у меня много хороших вариантов, которые я не снимаю ролики. А также есть несколько вариантов, можете плюс-минус посмотреть цены на сегодняшний день на рынке. Сегодня дата, уже забыл, 20 июля. А те ролики, которые я снимаю, порой мне пишут, что так цены нету. Там дату посмотрите, съемки, это цена была по той дате. Порой цены меняются, так что звоните, пишите. Все, с вами был Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Ваш человек на планете Земля. Всем пока-пока.